Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувашакипасиндвивача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намах Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндави Тулсидеббхай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намах Нараяна Намаскритто Нарунчайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Бараня Дхейям Сада Парифабагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхетатихам Панатопал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпаде Паллаванаха Чандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикапавадуша Дарши Пурнан Рагара Сасагара Сармурти Сарадхика Майкада Кипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Вададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Фуджау Канака Бодато Санкиртанай Капитару Камала Хютакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Аджануламбита Фуджау Канака Бодато Санкиртанай Кавитару Камала Ютакшу Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяна приямананга мада парам Варанаси пурапати бхаджави шанатам
Vagi sajusho badane Lakshmi jasya cha bhakshasi Yasya asti hide sambhid Tvam nishingamaham bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Durga me pathi me andhasya skhalatpad gatir muhu Sajasti, Sakipajasti Danino Santaha Santu Avalamanam. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Jagat Guru told, people think that the way of bhajan is very easy. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta. Гури Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Джагадгуру сказал, что путь, что люди думают, что путь бхаджана очень прост, что можно идти по дороге, которая полна цветов. И вот люди думают, что можно так спокойно идти по пути бхаджана и без всяких проблем продвигаться вперед. Но это их неправильное представление. Те, у кого есть какие-то предварительные идеи о бхаджане, они могут понять то, что на пути бхаджана множество проблем, множество препятствий. На каждом шагу множество колючек, и они ранят наши ноги. Это олицетворяет опасность по пути бхаджана. Если Шри Чайтанья Махапрабху не благословит нас, не поможет нам в форме преданных, то тогда нет никакого пути. На каждом шагу мы будем подскальзываться и падать. И вот путь бхаджана очень сложен, очень опасен, множество проблем возникает на пути, пытаются нам всячески помешать совершать бхаджан. Различные проблемы всегда возникают на пути бхаджана. Кто-то чувствует какое-то давление этих проблем, пытается что-то сделать, но не всегда получается. Конечно, мы пытаемся, предлагаем лучшие усилия, чтобы построить наш духовный характер, следовать духовному пути, но это сложно, поскольку майя, она не позволяет нам продвигаться вперед. И вот так много разных препятствий. И после этого, когда мы пройдем все проверки и проверки испытания Гуру Вайшнава и Бхагавана, то майя, она поможет нам в форме йога майя. Когда майя обнаружит, что нет никакого другого пути, что преданные, у него есть огромная любовь, огромное влечение к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, тогда майя-деви уже ничего не сможет сделать, она в форме йога майя поможет нам, поможет. Поскольку йога майя значит, она поможет нам встретиться с Кришной, достичь Кришны и обрести служение Ему. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в Хирт-Киртанах пишет такие слова.
Вот Куладеви Йога Майя. От Акиртана написано Шрила Бхактивинода Тхакура. О, Куладеви Йога Майя, пожалуйста, благослови нас, иначе мы падшие души, у нас нет никакого другого пути. Я знаю, ты мешаешь людям своим влиянием видеть Бхагавана. Ты подобно преграде Майадеви, подобно какому-то покрытию, которое мешает нам видеть Кришну, все, что связано с Кришной, Пракрита, Даму, Наму, трансцендентных преданных Майадеви, она мешает нам видеть все это. Она мешает нам встретиться с трансцендентными вещами. И поэтому здесь говорится, что материальными органами чувств, материальным умом, материальным телом, материальными представлениями обо всем, с помощью этого у нас нет никакого шанса встретиться с чем-то трансцендентным. И Шрила Бхактивинода Тхакура просит нас. Он говорит, что мы слышали в различных Пуранах и Шастрах, что если мы что если душа обретает милость от Бхагавана, то она освобождается от влияния Майи. И мы слышали славу такую из различных шастр. И вот те, кто и вот шастра говорится, что те, кто не готов служить Кришне, Гуру Вайшнавам и Бхагавану, Майя на таких людей помещает в ловушку. В общем, такие люди попадают в ловушку Майя. Искренним душам Майя она помогает. И вот во Вриндаване относительно Вастахаран Лилы мы находим такие слова. Вот это моя, вот это молитва Йога Майя. И так или иначе, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Парамахамса Джагадгуру говорит, что если я могу спасти только одну душу, я знаю, тысячи людей, миллионы людей во всем мире, они прыгают в огонь. Я хочу помочь им, но они не готовы принять мою помощь, мои наставления. Шрила Прабхупад говорит, в каждом уголке мира, даже на небесах, Шрила Бхактивинода Тхакура он проповедовал даже на небесах. Индра он пригласил его однажды решить какую-то проблему, тут ее решил, заодно проповедовал им, рассказал что-то о бхакти. Это была естественная природа Шрила Бхактивинода Тхакура. Он был очень ученым человеком. Он работал губернатором. И однажды ему попался Бхактивинода Тхакура.
И вот однажды он встретился с одним ученым каким-то. Ну, тут очень был горд, полон эгоизма, не смог принять его слова. Ну вот, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны проповедовать везде, чтобы спасти тех падших душ, тех, кто готов прыгнуть в огонь буквально. Мы должны пытаться помочь им. А сейчас люди, бывает, возмущаются, если кто-то пытается их как спасти и как-то помочь. И Шрила Прабхупада говорит, мы знаем, что тысячи людей, большинство людей, они не могут следовать пути Бхаджан, но все же Шрила Прабхупада с великим энтузиазмом, он проповедовал послание Шримана Махапрабху в первозданном виде. Конечно, мы не всем это принимают, но все же это моя единственная надежда в моей жизни, что даже если я смогу спасти хотя бы одну душу из ловушки майи, то я буду думать, что моя жизнь завенчалась успехом, и я что-то сделал для исполнения желания сердца Шримана Махапрабху. О Рупе Госвами говорится. Рупа Госвами Патан был успешен в том, чтобы исполнить все желания сочетания Махапрабху. Рупа Госвами Патан был успешен в том, чтобы исполнить все желания Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупада говорит, хорошо, если я смогу спасти хотя бы одного человека, то я буду думать, что я, моя жизнь завенчалась успехом, я что-то сделал для миссии сочетания Махапрабху. Я собирался сделать много чего, но не все смог. Что я могу сделать один? Много раз, особенно Гуру Падма говорил, перед тем, как оставить тело, этот материальный мир. Я не должен говорить, как оставить тело, поскольку их тело трансцендентное. Некоторые вайшнавы могут уйти в этом теле. И даже если вспомнить пример змей, однажды я вот был в комнате, обнаружил змею. Ну, змеи там частенько залезают в дома, и потом внимательно посмотрел, это не змея, а кожа змеи. Я, Махарадж, в следующий раз историю это более подробно расскажет, поскольку времени не хватает. И вот Гуру Падма говорит, Шрила Прабхупад оставил этот материальный мир перед тем, как оставить этот материальный мир, он Шрила Прабхупад около 8 дней непрерывно Шрила Прабхупад говорил о том, что мы должны делать, что не делать. Он благословлял всех. И вот перед тем, как оставить этот материальный мир, Шрила Прабхупад, и вот перед тем, как оставлять этот материальный мир, Шрила Прабхупад несколько дней непрерывно Шрила Прабхупад давал последние наставления.
и Пранавананда Брамачарья, Парамананда Брамачарья, Шрила Бхакти Прамодпури, Госвами Махарадж. И вот Севаки Шрилы Прабхупады, они записывали все, что он говорит. И с этих записок Гурупад Падма говорит, большинство времени Шрила Прабхупад говорил, что недостаток харикатхи в этом мире. И сейчас подумайте, во время Шрилы Прабхупады было множество харикатхи. Наш Бхакти Прадив, Тирта Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, Бхакти Хридой Бондев Госвами Махарадж, те, кто чистый Вайшнава. Сейчас сложно найти беспристрастных Вайшнавов. Все придерживаются какой-то политики, религии, организации, а не всеобщие, как было раньше. Но если они достигнут беспристрастного уровня, тогда они могут увидеть, что и что. И вот наш Шрила Кеша Госвами Махарадж на открытом собрании громко заявил, что мой брат Боги Госвами Махарадж, он проповедует по всему миру, его проповедь, она вызвала эволюцию. Но сейчас, чтобы... Но сейчас, если мы услышим, что кто-то прославляет другого чаря, это очень большая редкость. Все пытаются прославить как-то только себя. И вот... Если Гуру Вайшнава говорят что-то в негативном ключе, то это не критика. И вот Шрила Прабхупад говорит, иногда чистые гуру Вайшнавы, они очень милостивы, они говорят что-то в негативном плане, но это не значит, что они критикуют, они хотят помочь, и показывают их недостатки, чтобы они их исправили. И чистые Вайшнавы, если что-то говорят в негативном ключе, то это не критика, они вынуждены это говорить, чтобы исправить ту или иную ситуацию. Кто-то думает, что это критика из-за своих слабостей, но это не критика. У них нет времени критиковать кого-то. И вот те сахаджи в Навадвипе, иногда они приходили к Шриле Прабхупаде, возмущались, почему он критикует их. Почему не совершает свой баджан, зачем их трогает, можешь сидеть, никого не трогать. Вот Шрила Прабхупада засмеялся. Они думают, что чистые гуру Вайшнавы не имеют права обличать кого-то, говорить, что и что, поскольку баджан вот этих людей сахаджи обманывают людей, забирать у них деньги, это весь их баджан. Но в итоге они просто помрут, как Хиранья-Кашипу. Шрила Прабхупад много раз говорил, что у нас нет права говорить какую-то свою философию, кто мы. Мы должны говорить то, что мы слышали от нашей Гуру-Варги. Это будет подлинная проповедь. А те, кто говорят какую-то свою философию, то... Это просто это не имеет отношения к подлинной проповеди. И Гуру Вайшнавы из-за своей милости они иногда вынуждены говорить что-то, чтобы обманщики не обманули нас. Что? Because they are helping me. That's why I'm speaking.
мы должны делать все по указанию Гурварги и говорить в соответствии с их учением. Шрила Бхактивинода Тхакура написал в Саджанатошине. То, что те, кто действует, и вот он говорит, что те, кто совершает Харибаджан на показ, чтобы завоевать какую-то дешевую славу, они такие люди, просто мошенники. Если у вас есть милость, то тогда вы должны сначала проверить себя, помочь вначале себе, а потом уже пытаться помогать кому-то. Поскольку много раз из истории Прохлад Махараджа мы слышали, что Прохлад Махарадж говорит Нарисимхе: «Господь, я не столь эгоистичен, чтобы думать о своем собственном благе. Я хочу, чтобы вечное благо обрели все». Ясадев Госвами тоже вот в этой шлоке, какова последняя шлока вот этого стиха, последняя строка этого стиха: «Сатьям парам димахи», вы все приглашаетесь. Весь мир приглашается. Мы все вместе можем молиться лотосным стопам того Верховного Господа Абсолютной Истины. «Сатьям парам димахи». Мы не должны думать о майе. Лучше, если мы будем размышлять о лотосных стопах Верховного Господа Абсолютной Истины. Что толку думать о майе, тратить на нее свою драгоценную жизнь? Зачем? И вот Шрила Саддчитананда Бхактивинода Тхакура говорит, что те, кто совершает какую-то имитацию баджана для получения дешевой славы, то в этом нет ничего хорошего. Перед тем, как проповедовать, нужно утвердиться в очаровании и адарше, в учении и поведении и характере Шримана Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что те, кто утвердились в очарование в идеализме, в учении Шримана Махапрабху, и те, кто проповедует, чтобы спасти других с огромной милостью, они гораздо лучше. Они очень гораздо более возвышены, чем хотя они могут не проповедовать, но то, что они сами обретают благо, гораздо лучше, они гораздо лучше тех, которые обманывают других под именем какой-то дешевой славы. И вот Прохлад Махарадж, он просил Господа как-то благословить этих детей демонов, поскольку кроме Тебя, о Господь, у них нет никакой надежды. У них нет никакой надежды, никакой поддержки, кроме Тебя. И что сказано здесь?
Ты должен благословить этих детей демонов, поскольку скитаясь по всем этим 14 мирам, у них нет никакой надежды, кроме тебя. Почему мы столь скупы, А что такое подлинное богатство? Это бхакти, сварупа-шакти. Если у нас есть бхакти, мы по-настоящему богаты. Махапрабху говорил, что те, кто не имеют сокровища премы, они нищие. Если у нас есть бхакти дан, сокровище бхакти в нашем сердце, то тогда мы по-настоящему богаты. Махапрабху говорит, если у нас есть много денег, это нельзя назвать настоящим богатством. Если мы, тем более, если мы не занимаем это в Кришна-севе. Нашим примером это Шрила Гурки Шрадас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад. Мы, несомненно, не будем следовать какой-то падшей душе в качестве своего идеала. Мы должны следовать подлинным святым. Прохлад Махарадж говорит, и Шрила Прабхупада также говорит, что мы должны, что такое проповедь. Проповедь — это распространение милости Каруны. Проповедь не значит сама реклама. Если кто-то проповедует о своей славе, то такое явление нельзя назвать проповедью. Если мы не говорим никакой отсебятины, а говорим об учении нашей Гурваги, то никто не посмеет напасть на нас. Какие-то вот Махарадж, пример Прохлада Махараджа приводит, когда он не называл его отцом. Вот в этом случае Прохлад Махарадж ему очень назвал его лучшим из демонов. И вот Хираньякашипу, когда он спросил, что такое, что хорошего ты узнал в школе, тот ответил: «О, лучший из демонов». Ты задаешь такой прекрасный вопрос, и когда отец услышал, что тут назвал его Асураварджа лучшим из демонов, что лучше уйти в лес, принять прибежище у Кришны и совершать баджан. И вот когда он услышал первую часть этого ответа, он был очень восхищен, что сын его назвал лучшим из демонов, но саду не смеются.
То есть лучше из демонов, с другой стороны, значит, худший из людей. И также можно видеть, что какие-то люди, которые пытаются всячески отойти от Гаудия-матха, то получается вот такая же история, как с Хиранья-Кашипу. То есть, если они пытаются, хотя они произошли, изошли из Гаудия-матха, но всячески скрывают это и пытаются всячески доказать, что они не имеют никакого отношения к Гаудия-матху. С одной стороны, это хорошо, поскольку такие люди не позорят Гаудия-матху своим поведением. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура однажды спросили, что зачем слишком много сложностей, почему нельзя всем разрешить. Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, нет, мы должны самых достойных находить. Также Бхактивинода Тхакура говорил о себе, как о подметальщике рынка святого имени, который выметает весь мусор, все плохое с этой намахаты, с этого рынка святого имени. Если какие-то люди несут всякий мусор в Гаудия-матх, то ничего хорошего в этом нету, поскольку обязанность Бхактивинода Тхакура, наоборот, очищать от всего плохого. И такие люди, которые это делают и заявляют, что они из Гаудия-матха, они, по сути, никогда не видели Гаудия-матх, никогда не имели никакого подлинного посвящения в Гаудия-матхе. Если бы у них было бы настоящее посвящение в Гаудия-матхе, их поведение, их настроение, их характер, они были бы совершенно другие. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что я не могу позволить каким-то плохим вещам быть внутри Гаудия-бхаджана. Как есть такая индийская пословица, что гашала полная плохих дурных коров, лучше, если гашала пустая будет. Что, иметь хороших коров гораздо лучше, или не иметь, тоже лучше, чем иметь плохих коров. И вот таким образом Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что те, кто распространяет милость Гауранги Махапрабху, чтобы спасти их, они гораздо лучше, чем те, кто пытается что-то делать для своего блага. Чтобы достичь какого-то личного блага, это достаточно просто. И вот во Вриндаване один случай случился.
один преданный попал в больницу. Махарадж говорил Харикатху, все читания Гаудия Матхи во Вриндаване. Потом вынужден был оставить это общество, поскольку недовольные нашлись, которые не могли слушать об абсолютной истине. И вот один преданный попал в больницу. Вот я пошел его навестить. Спросил, что случилось. И тут медсестра вышла. Она сделала, пыталась укол ему сделать. Так называемый брамачари ударил ее ногой, она упала. Я спросил, зачем это сделано. Матаджи пытается помочь укол сделать, а ты тут так ведешь себя. Это медсестра встала без капли гнева. Я удивился, как она вроде не вайшнава, а просто медсестра. Но какие качества у нее? Вроде простая женщина, я извинился от имени этого негодяя. Сестра сказала, что это моя обязанность лечить этих пациентов. Пациенты иногда сумасшедшие, иногда дурные, иногда не в духе, поэтому иногда не дерутся в процессе их лечения. Вот. Но она не обижается, поскольку знает, что люди больные, поэтому что на них обижаться. И также в процессе нашей проповеди, похоже, случается, что мы пытаемся как-то помочь людям, а люди возмущаются, препятствуют этому. И также Гуру Вайшнава не служат людям, хотя внешне может выглядеть наоборот, но нет, они пытаются спасти кого-то. И если они смогли помочь хотя бы одной душе, то они довольны. И вот так, с великой надеждой они говорят Харикатху и пытаются как-то всячески помочь другим. И вот Гурупад Падма говорил о последних наставлениях Шрилы Прабхупады. И вот то, что я сейчас говорю, ты услышал от Шрилы Бхактипрамод Пури Дев Госвами Махараджа. И вот Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, он не какой-то обычный человек. Я не говорю о каких-то людях, сделанных из плоти, из крови, нет, я не говорю о таких. Я говорю о Ване Сварупе, великого вайшнава Парамахамса-ачарье, чье терпение, чье смирение было бесконечно. Если я буду говорить о славе Гурупад Падме, это получится книга, подобная эпосу Махабхарате, и даже больше. И вот он много раз говорил. Что мой Прабхупад, когда возникала тема Шрилы Прабхупады, я не говорю о какой-то сухой философии, я открываю свое сердце вам. Если кто-то
говорит о Шриле Прабхупаде. И вот когда он говорил о Шриле Прабхупаде, вспоминал его, он начинал плакать. И сколько любви, сколько, какое чувство, огромное чувство было в его сердце. А кто-то бросает вызов Гуру Вайшнавам. И вот сейчас мы сейчас какие-то глупые люди оценивают преданных в соответствии с посещенными странами, количеством учеников, количеством денег. Но это глупо. Кешав Госвами Махарадж говорит, мы очень глупы. Что? И вот мой Гурудевчила Бхакти Праген Кешав Госвами Махарадж говорит, что люди настолько глупы, что пытаются обрести где-то то, чего там нет и никогда не было. То есть пытаются обрести бхакти в тех местах, где даже не пахнет никаким бхакти. И вот Кешав Госвами Махарадж говорил об этом, что люди пытаются обрести бхакти там, где его нет и никогда не было, но из-за своей глупости не понимают этого. И Гурупад Падма много раз говорил о Сиддханте Шрилы Прабхупады. Если почитать книги и статьи Шрилы Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа, можно видеть, что это Шраута Панта в чистом виде. Он всегда говорил то, что услышал от Шрилы Прабхупады и от Гуру Варги. Но какие-то люди принимают за ачарьи каких-то людей, которых даже не в списке преданных, не то что проповедников. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что это обязанность подлинного ачарьи. Какова его обязанность? Какова главная обязанность ачарьи? Это защищать сиддханту, защищать учение Гуру Варги. Гурупад Падма тоже много раз говорил об этом. В нашей сампрадае. Что говорить о других сампрадаях? В нашей собственной сампрадае какие-то люди принимают прибежище у садгуру, они заявляют, что последний под именем Рагануга Рупануга Баджана, ну, какие-то люди проповедуют всякую ерунду. Гурупад Падма говорил об этом. И вот Гурупад Падма очень часто говорил то, что перед тем, как оставить это тело, этот материальный мир, Шрила Прабхупад много раз говорил. Это что в этом мире недостаток харикатхи. Во всем мире Гурупад Падма, он писал в своих этих письмах то, что Шрила Прабхупад сказал, что проповедовать, что нужно
печатать и распространять различные книги Сиддханты, которые есть в Шаутаване. И вот это... И вот он говорил, что суть лучше в нашем баджане, что мы можем сделать, это распространять учение Шримана, Махапрабху, Шрилы Прабхупады, Дживы Госвами, Бхактивинода Тхакура, Седьмого Госвами. Оно не отлично друг от друга, это Шраута Панха. Много раз Гурупад Падма говорил так. А сейчас, если мы найдем хотя бы одного преданного, который лишен всякой зависти, то это очень хорошо будет, но где таких найти? Но в случае с Шрилой Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махараджем или Кешом Госвами Махараджем или с Шридхар Девгасвами Махараджем, у них нет никакой зависти. Однажды один с какого-то колледжа, помощник директора или что-то такое, он узнал о Гауди Сиддханте, о Гуранге Махапрабху. Он хотел принять прибежище Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он пришел в сочетание Гауди Матх, поскольку Гуру Махарадж свой матх не хотел создавать. Он жил в матхе Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Но... И вот он поклонялся Гопинатху достаточно долго. Рада Гопинатху, это был Иштадев. И так или иначе. Однажды он пришел к Шри Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махараджу. Он был в сочетании Гауди Матхи. И тем временем Шрила Мадхава Госвами Махарадж уже ушел из этого материального мира. И Бхарати Махарадж, и те возвышенные преданные, как Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж, они думали, что Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махарадж не отличен от нашего Гурудева или Буддиста, или Сиддханта. Мы можем говорить о ней с Махараджем, это зовется Анугатия. Можно. Можно посмотреть на то, что пишут какие-то проповедники, то там практически невозможно, если вообще возможно, найти имя Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Все пытаются как-то избавиться от него, но как это возможно? И вот так или иначе он пришел. Откуда вы пришли? Гурупад Падма. Даже пятилетние дети, если приходили, я видел. Во время Гуру Махараджа не было таких ограничений в его посещении. Вот какой-то ребенок пришел. Гуру Махарадж в пожилом возрасте не мог видеть, кто там. Когда он слышал, что дверь открывается. Somebody will open the door. Immediately, what is? Who is coming to see Father?
И вот Гурудев спросил так очень мягко, не как я, громко и грубо иногда, а так очень так мягко спросил, зачем он пришел. Ну, проявление смирения, но разное. Кто-то думает, что человек Кешава Госвами Махарадж совершенно не смирен, но это не так, в нем смирение ничем не меньше, чем в Шилипури Госвами Махараджи, но просто оно проявляется по-разному. А если у нас нет подлинного смирения, то мы не сможем говорить об абсолютной истине. И вот... Мое желание в том, чтобы служить Гурварги, чтобы быть буквально их собакой, чтобы защищать их достоинство и опровергать всю апасиданту. И вот Гурупад потом спросил, откуда он пришел тут. Сказал, из Бихалы приехал, это южная Калькутта. И как тебя зовут? Нарайн Чанда Бандхопадья, или как-то так его звали? Чем занимается я? А, это другой, не ребенок, а следующий пришел какой-то, спросил, чем занимается помощник директора в каком-то колледже. Зачем ты пришел сюда? Хочу посвящение получить вас, чтобы харибаджан совершать. Зачем ты ко мне пришел? Я слышал, что вы очень возвышены, что вы очень смиренны, ваш характер прекрасен, и другие качества, они привлекли меня. И вот он сказал, что там у вас есть великий вайшнав Шрила Шанта Госвами Махарадж, в том же районе живет, что и я, зачем вы ко мне пришли. Это подобно тому, как мыться в каком-то водоеме, если есть Ганга рядом. Хотя Шанта Госвами Махарадж думал, что он Шикшагуру, что Шрила Пури Госвами Махарадж его Шикшагуру. Но смотрите, какое настроение Шрила Пури Госвами Махараджа. И вот... И вот можно было тоже наблюдать, когда... Когда Бхакти Камала Мадхусуда Махарадж проповедовал, то он там... Там этот... В Бихаре Нарайан Махараджу... нашли, ну, который еще был домохозяином быть, он хотел посвящение у него принять, но тот сказал, чтобы тот принял посвящение у старшего, у Шрилы Бхакти Прагьяны Кешава Госвами Махараджа. Но сейчас где такое найдете? Нынешние проповедники очень жадны, что даже не могут позволить вам слышать об абсолютной истине, не то что принимать посвящение у каких-то подлинных садов, а пытаются все как-то к себе перетянуть. This is the prasad of Maya. That's why they don't come. They like to take the prasad of Maya. They are not interested to take the prasad of. И это происходит из-за влияния Майи, что люди становятся очень корыстны. И вот смотрите, такое великие преданные. Парамхамса. Поскольку, если кто-то скажет, что Майя Гурудев Парамхамса. In first one.
И вот в этих шлоках говорится, что если мы хотим войти на путь Гаудия Бхаджана, мы должны быть достойны обрести какие-то качества, которые описываются вот в этих шлоках. У людей нет никакого, даже такого простого представления о том, что если какой-то человек полон зависти, как он может вступить на путь Гаудия Бхаджана и в Бхагаватам. Также говорится, что на путь Хари Бхаджана могут прийти, Хари Бхаджан могут начать только люди полностью лишены зависти. Если какой-то человек полон зависти, то если его называют каким-то проповедником или парамахамсой, то это глупо, поскольку он не соответствует даже самым таким начальным качествам. Как вот здесь говорится, что вот в первых трех шлоках Бхагавад там говорится, что те, кто достоин совершать Бхагавад-дхарму, те, кто совершает Бхагавад-дхарму, они следуют по ее пути, они, несомненно, лишены всякой зависти. И таким образом вот проблема. Не каждый может принять абсолютную истину. Не каждого есть смелость слушать об абсолютной истине. Не каждый может это делать, но я не могу изменить свою сиддханту, поскольку это не моя сиддханта, это то, что приходит свыше. И так или иначе, смотрите, какой великий преданный. Все преданные приходили, чтобы принять прибежище лотосных стоп Шрилы Бхакти Прамода Пурида в Госвами Махараджа. Он отправлял к Шри Шанти Госвами Махараджа. Он говорил, что Шрила Санта Госвами Махарадж относился к Шри Пури Госвами Махараджу как к своему шикшагуру, поскольку они они привели его из дома, то есть, ну, тот, когда ушел домой после ухода Шрилы Прабхупады, то Шрила Пури Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа, поехали к Шрили Шанти Махараджу, который вернулся домой, и отговорили его возвращаться домой. И вот Гурупад Падма однажды в свои 98 лет, даже так 100 лет, он родился в 1898 году он родился, и всю свою жизнь, в течение 100 лет, жила, оставила тело в конце 2000 года, и вот больше, чуть больше 100 лет жил. Он явился в Ганга-Анандапуре, в Джишоре, то есть сейчас на территории Бангладеш. Люди очень глупые под именем Гаудия Бхаджана и читают какие-то книги, полные апосиданты. Чтобы понять преданного, мы должны понять, проверить его. Мы должны посмотреть, есть ли у него желание пратишти, желание славы, денег и каких-то дешевых материальных целей. Чем он живет, каковы его идеалы для вайшнавов.
Вайшнавы, они беспристрастно относятся, если мы выказываем почтение им или не выказываем, не оказываем почтение, они не беспристрастно относятся ко всему. И в этом природа чистых вайшнавов. И Шрила Прабхупад говорит, если нет пратишташи, то есть нет склонности к славе, а почему это вот эти дурные качества возникают из-за зависти, из-за конкуренции? Мы не должны привязываться каким-то организациям, а должны следовать духу учения Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот смотрите, когда 100 лет прошло с дня, со времени явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Девгасвами Махараджа, множество преданных пришло, чтобы выразить почтение ему. И вот Гопат Падма поклонился и сказал: «Вы все пришли поклоняться мне. Я думаю, что вы должны поклоняться Шриле Прабхупаде, подлинный ученик. Он думает, что я пыль с лотосных стоп Гурупад Падмы, это его отождествление. И это подлинное. Подлинный образ мысли подлинного ученика, который думает, что он не отличен от своего Гурудева. Если кто-то хочет выразить почтение мне, то он, то такой ученик всю славу он передает своему Гурудеву. Если кто-то выражает ему почтение, то он не принимает его прямо, а принимает только в связи с Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорит, что вы все мои друзья. Он не относился к ним как к своим ученикам, а относился как к Бандава, к друзьям. Как к друзьям вы защищаете меня, каждый, поскольку я могу пасть в любой момент, а вы пришли, чтобы защитить меня, как Шрила Прабхупад. Он говорил так же. И я думаю, сейчас баджан очень сложен, поскольку какие-то богатства, какое-то изобилие приходит, но эти Бхарати Махарадж был как-то не то, что недоволен, но как-то не мог понять этого, поскольку во время Шрилы Прабхупады был недостаток всего, а сейчас, наоборот, изобилие. И вот он, для обусловленной души изобилие, богатство, оно препятствие на пути к Харибаджану, но в случае Парикшит Махараджа или Ютишива Махараджа никакое богатство не может помешать им совершать Харибаджа, но для обусловленных душ это так. Я видел, как какие-то люди с очень бедных семей, с бедного этого происхождения,
живущие в каких-то глинобитных этих шалашах. Потом, когда они разбогатели, рассказывали все, что они происходят из очень богатой, знатной семьи. То есть они говорят, что происходили из очень богатой, знатной семьи, хотя были простыми нищими. Но если такие люди не стесняются лгать бесстыжа о каких-то простых материальных вещах, то что ожидать от них, что они будут говорить об абсолютной истине, если они даже о простых материальных вещах не могут правду сказать. То есть такие люди даже не осмеливаются сказать, что было там с ними лет там 10, 20, 30 назад. Но все же такие. И вот Гуру Махарадж происходил из бедной семьи, потом получил работу в порту, но ради служения Шрилы Прабхупады он оставил свою работу. И вот перед он Гурупадпадна пришел к Шриле Прабхупаде, сказал, что ну что, у нас семья очень бедная, что нужно работать, чтобы как-то содержать ради родителей, поскольку там элементарно есть нечего. Но Шрила Прабхупада сказал, что не беспокойся, я позабочусь о твоих родителях. Гурупадпадма никогда не брал деньги у Шрилы Прабхупады. И вот когда он Шрила Прабхупада сказал, что не беспокойся, все само образуется, то действительно так и произошло. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж оставил свою работу. Это было в 1922 году, и в день Джанмаштами он получил Харинами Дикшу. Но от этого, когда он работал, приходил после работы домой, переодевался и сразу шел слушать харикатху Шрилы Прабхупады на улице Ультаданги. Даже не ел, не было времени, сразу бежал, чтобы успеть на харикатху Шрилы Прабхупады. Однажды Гурупад Падма, Шрила Пури Госвами Махарадж, он свою обувь оставил на пороге где-то, потом, когда переоделся, обулся и не заметил, что там скорпион залез и укусил его. Гурупад Падма этого скорпиона не убил. Смотрите, насколько милостив. Хотя скорпион был внутри его обуви, он пытался одеть ее, но вот в процессе скорпион укусил его, Гурупад Падма вытащил этого скорпиона. И побежал к Шриле Прабхупаде. И вот он сел слушать харикатху, и Шрила Прабхупада смотрел на него, что видит, что-то болит у него. И он слушал харикатху с неотрывным вниманием, и Шрила Прабхупада спросил, что случилось, чем-то болит, какая-то проблема у вас. И Гурупад Падма засмеялся перед тем, как прийти к вам. Майя пыталась помешать мне прийти к вам. Что случилось? Шрила Прабхупада, конечно, все знал, но для приличия спросил, сказал, что скорпион его укусил в процессе. И
Шрила Прабхупад понял, что это его вечный сорок Шрила Бхакти Прамод Пурида Гусей Махарадж. И я кратко тут сокращу, поскольку времени на все не хватит. И вот перед тем, как оставлять тело, несколько дней. И вот перед тем Шрила Прабхупад за несколько дней до ухода из этого мира никого не было. И Шрила Прабхупад находился все в комнате, полулежал с закрытыми глазами. И Гурупад Падма зашел и очень медленно, аккуратно положил лотосные стопы Шрилы Прабхупады к себе на грудь и начал плакать. Шрила Прабхупад открыл глаза. И Гурупад Падма сказал: «Я никогда не забуду». Ту милость. Любовь, с которой Шрила Прабхупад посмотрел на меня на последний момент своей жизни. Я вот то, что я слышал от Гуру Махараджа, я описал это. Вот Махарадж написал статью по этому поводу, но в этом журнале того Мадха опубликовали, но не полностью, сказали, место кончилось, бумаги не хватило и прочие отмазки. Вот. И вот то, что слышал от, ну, а потом еще эти дневники Гуру Махараджа тоже пропали все, в Америку были, как сказать, ну, в общем, все дневники в Америке оказались. Вот. И вот Гурупад Падма говорил, и вот я почувствовал какое-то необычное чувство. Гурупад Падма смотрел на меня. Гурупад Падма говорил, я никогда не смогу забыть его милостивый взгляд. И его голос. Он сказал: «О, Пранавананда, это ты?» Но то, как он сказал, Гурупад Падма был, он понял, что Шрила Прабхупад не будет долго находиться в этом мире. И это случилось после обеда, где-то и система была, что 12 часов Гурупад Падма служит Шрила Прабхупаде. А остальные 12 часов Парамананда служит, то есть это звана или Пранавананда, другого сывака Парамананда, и вот с 6 вечера до 6 утра была его смена, и они менялись каждые 12 часов. И когда Гурупад Падма уходил из комнаты Шрилы Прабхупада, Гурупад Падма
И вот он выходил и буквально плакал, и тут Парамананда позвал его: «Прановананда, иди сюда». Я думаю, Шрила Прабхупада оставил нас. И вот он вернулся, и действительно, Шрила Прабхупада уже ушел, он в Нишанталилу. Да, во время Нишанталилы Рада Говинды он оставил свое тело, все преданные расплакались, особенно Гурупад Падма, он плакал навзрыд. И вот этот Киртан Нарутам Такура можно было видеть его в жизни Бхакти Прамода Пури Девагасвами Махараджа. И такое чувство можно было видеть в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури Девагасвами Махараджа. И в итоге Гурупад Падма сказал, это было чудесно. Гурупад Падма сказал, это было чудо. Все эти, все часы, они остановились в то время, когда Шрила Прабхупада оставил свое тело. Все часы в храме, в различных местах, они все остановились. На том времени, когда Шрила Прабхупада оставил свое тело. Я объяснил это так. Гурупад Падма был очень счастлив, слыша это объяснение. Я сказал, что все часы остановились во время ухода Шрилы Прабхупады, поскольку это доказывает, что Шрила Прабхупад, он вошел в вечную лилу, он обрел вечное служение Нитья-севу, поскольку в вечном мире нету никакого смысла в этом времени. Время, место и пространство контролируются йога майей, а в вечном мире, в трансцендентном мире, все время пространство и материя находятся под контролем йога майей. И что такое время? Эйнштейн, он пытался понять, что такое время. Он думал, что это такое. Какой, ну, читал, он каждый день читал Бхагавад-гиту. Он изучил санскрит, чтобы понять подлинный смысл Бхагавад-гиты. Он был один из первых, кто пытался понять, что такое время. Если в нашей жизни мы поймем, что такое время, можем сойти с ума. Время, оно течет, как поток. Мы не можем как-то его вернуть в свой прежний возраст или вернуть то, что прошло. Время и волны никого не ждут. Это и вот означает, что Шрила Прабхупада вошел в вечный мир. И если возможно, мы должны пытаться пытаться исполнить все желания и наставления Шрилы Прабхупады. И вот Гурупад Падма говорил,
И вот Гурупад... И вот Гурупад Падма говорит, что Харибаджан очень сложен, поскольку из-за изобилия люди чувствуют ложное эго. Я не могу найти ни единого человека, который лишен ложного эго. Гурупад Падма говорил сейчас. Очень сложная, опасная ситуация, поскольку вот из-за изобилия всего богатства, но многим мешают обусловленным душам особенно. И подлинные цели Харибаджана забываются, поэтому Шрила Прабхупад сказал, что это не цель нашей жизни. Шрила Прабхупад много раз говорил, что сбор денег, славы и различных почестей, богатства — это не цель нашего баджана, если этого больше, чем достаточно, то эти деньги и богатство не сделают нас животными. И поэтому Шукадева Госвами описывает Шримад Бхагаватам. Я хочу многое связать с этой харикатхой. Вот Шукадева Госвами говорит, где Верховный Господь. Если есть Верховный Господь, то зачем нам стремиться к каким-то дешевым материальным ценностям? Мой Бхагаван, Верховный Господь, разве он беден? Думаете ли вы так? Почему мы должны стремиться к каким-то деньгам и прочим материальным ценностям, если Бхагаван посчитает нужным, он все пошлет нам. И вот Гурупад Падма говорит, так же, как и Шукадев Госвами. Почему те преданные, они льстят всяким богатым людям? Если человек слишком горд своим богатством, происхождением, он не может видеть гуру Вайшнава. И когда... Разве Бхагаван не может обеспечить их всем необходимым? Зачем льстить и надеяться на каких-то обычных людей? Нарада говорит так же. И вот он, Нарада, сказал двум сыновьям Кувера. Сегодня вы совершили оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнава. Почему? Из-за гордости своим богатством, из-за... Из-за этого вы попадете в ад, из-за того, что вы пренебрегли гуру Вайшнавами. Бхагаван
И вот такие люди, они, которые ведут себя плохо с Гуру Вайшнавами, они будут наказаны Бхагаваном в итоге. С их судьба она не уйдет от них. И вот Нарада, они не смогут уйти от своей судьбы. И вот Нарада говорит такие слова. Те, кто полны ложного эго, если такие люди теряют свое положение, теряют деньги, они в итоге раскаиваются. А если они слишком горды, то из-за этого ложное эго ослепляет их. И основа баджана, пытайтесь понять, это очень важно. Основа баджана. Что такое основа баджана? Это смирение, это тринадапи. И если я объясню вам хотя бы одно слово, основа баджана это тринадапи, это вера в Гуру Вайшнавов, это наше настроение служения. Мы не понимаем. Мы думаем, что мы получили дикшу от Шрилы Бхакти Прамод Пурида в Госвами Махараджа. Но это... И вот мы, может, получили дикшу от Шрилы Прабхупады, но какое отношение? И, в общем, смысл в том, что те, кто цепляются к своему ложному эго, они не смогут прогрессировать на пути Харибаджана. Может, они даже получили прибежище у таких великих личностей, как Шрила Прабхупада или Шрила Кешав Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж, но если они не смогли избавиться от своего ложного эго, то их дикша не настоящая, это ложная дикша. Могут обрести какое-то сукрити, если они не совершали никаких оскорблений. А если совершат какое-то оскорбление, то все сукрити уйдет. Все их благие действия, которые совершены в прошлом, они из-за оскорблений в адрес Гуру Вайшнавов, и вся эта пунья, она тоже уйдет, все сукрити также уйдет. И вот в Бхагаватам говорится, то, что и вот всю жизнь Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа мы не можем найти ни единого случая, когда он оскорблял кого-то. Нет ни единого такого случая. Но когда он увидел, что кто-то оскорбил вайшнава, один таксист, хотя оскорбил Шрилу Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пурида Госвами Махарадж стал подобен льву. Все были удивлены. Тот, кто всю жизнь был столь смиренным, тут стал львом.
сказал, зачем тут так грубо отозвался Шили Мадхава Госвами Махараджа. Бхагава там говорится. Если мы оскорбим чистого вайшнава, то мы потеряем все. Все. То все богатство, все доброе имя, сукрити и все остальное из-за оскорблений в адрес чистой Гуру Вайшнавов, оно пропадет. И благословения других, они тоже пропадут. И вот один глупый человек, занимающий положение ачарьи с того берега Ганги, назвал Шилу Пури Госвами Махараджа как Каништатикари, но Гопат Падмани никак не оскорбился. И когда ему сказали об этом, то Гурупад Падма засмеялся, что очень хорошо, я думал, у меня нет никакого тикара, никакого уровня. Но, по крайней мере, он признает меня начинающим преданным. Это уже хорошо, что ж вы обижаетесь. И вот такие люди, занимающие место ачарьи, обманывающие людей, они не только вот сами попадут, но и со всеми своими последователями. Мадхавинда Пурипад, он поклонялся Гопалу, и Шрила Пурипад поклонялся Бхагавану. Пундарик Видьянитхи поклонялся Шалаграму. Что это значит? А если преданные поклоняются Бхагавану, это не значит, что он Каништатикари, Пундарик Видьянитхи, лучший из Парамахамса, он поклонялся Дамодару Шалаграму, Гурупад Падма поклонялся Рада Гопинатху. Но это никак не значит, что он Каништатикари. И Мадхавинда Пурипад, он тоже был Парамахамсой, он поклонился Гопалу Шинаджи. Если Шрила Пури Госвами Махарадж поклоняется каким-то Шалаграмам или Рада Гопинатху, это не значит, что он конечно преданный. Его поклонение как поклонение Лалита Сакхи, которая поклоняется Рада Говинде. Если такие великие преданные поклоняются Рада Говинде, Рада Гопинатху или еще какой-то форме Господа, это не значит, что они Каништатикари. Их арчана – это наивысшее служение. Они поклоняются Верховному Господу, как как поклонение в духовном мире. Они с таким чувством поклоняются Верховному Господу.
И вот еще несколько случаев, но времени мало. И вот какое-то время Гурупад Падма, он был в Кальяне, это здесь после Кришнагара, крупная железнодорожная станция, и там, в той деревне, Гурупад Падма, он был занят поклонением Рада Мадана Махану. И вот этот Рада Мадана Махан, это не какое-то обычное божество, поскольку это, как я говорю, это слово божество, это не... И вот когда я говорю вот это слово вигаха или божество, это значит, что это сам Бхагаван. Нужно быть очень осторожным в своих высказываниях. И вот Гурупад Падма поклонялся этим божествам, они были очень... И вот эти божества были в деревне Гурупад Падмы в Джешуре. И когда Гурупад Падма был ребенком, ему было лет 5-10, он ходил и... Там он встречался с сестрой или тетушкой Бхакти Вивек Бхарати Махараджа. Он там в гости к ней ходил, и вот она кормила его прасадом, и этот Мадан Махан был там. И вот Мадан Махан, он украл расу с этого пальмового дерева. Там какой-то сок капает от раса. И вот этот Мадан Махан с утра залез на дерево, украл расу. И кто-то видит, что Мадан Махан прыгнул и поцарапался там. Ну, кто-то его заметил, тот быстро убежал, но поцарапался. И вот и сейчас, если в этот мандир попасть, то там видно, что с тех пор вот эта царапина на нем так и осталась. И вот Гуру Махарадж поклонился ему подобно гопе, с таким чувством. Однажды он был в таком, Гурупад Падма был так, совершал арати вечернюю, был полностью погружен в эту арчану, и потом поел и собрался спать, но никак не засыпалось, что-то тело трясло, что-то какой-то вроде здоров он был, но почему какое-то недомогание чувствует. И после этого вот он заснул вроде, и через полчаса Мадан Махан явился к нему во сне, сказал, что ты забыл укрыть меня одеялом, я мерзну. Мадан Махан страдает от холода, и поэтому Гурупад Падма, он
тоже чувствовал такой холод в своем теле. И у него было единство с Бхагаваном, и это за пределами человеческого понимания такое единство. Он чувствовал все, что чувствует Божество, та или иная вигаха. И вот он проснулся сразу же, принял омовение, открыл храм, поклонился и попросил прощения, укрыл одеялом эту вигаху и закрыл и пошел дальше спать. И вот если рассказывать о славе Гопад Падме, то это будет подобно эпосу Махабхарати. Времени, к сожалению, на все не хватает. И вот можно вспомнить первая шлока Шри Чайтанья Чайтамриты. I couldn't speak anything. I couldn't glorify Guru Prabhupada. I couldn't. I'm very sorry.